Тепло запущено, тепло по постоянной схеме запущено, электрика запущена, отопление запущено. Все стяжки выполнены. Денису Паслеру представители подрядчика показывают текущие работы в детской областной больнице, которая строится на переулке улиц Салмышской и Гаранькина. Это самый большой объект на территории региона в социальной сфере за последние 30 лет. Его площадь более 55 тысяч квадратных метров. На сегодня он готов более чем на 70%. Сейчас решаются вопросы по цветовым отделочным моментам, а также оборудованию. Нужно вписывать оборудование, устанавливать, монтировать, ну и двигаться дальше уже к завершению с точки зрения чистовых отделок. Поэтому нет сомнений, что у нас все в графике по детской больнице. Деньги мы, я думаю, в ближайшую неделю 800 миллионов выделим на детскую больницу и будем планово завершать. Вертолетные площадки, боксы для автомобилей скорой помощи, отдельная котельная, канализация. Больница с такими условиями позволит оказывать качественную медицинскую помощь всем детям области. Здание в центре Оренбурга на пересечении Цвилинг-Рыбаковской уже не соответствует нормативам и ГОСТам. Поэтому в необходимости нового медицинского учреждения для детей сомнений не было, отмечают специалисты. Министерство строительства планирует сдать объект в декабре этого года.